Так, пробиваем хорошо, не жалеем, по суставу не бьем, бьем по мякоти, работаем вот здесь на сгибателе бедра, взбадриваем его, обязательно вот здесь внешнюю часть бедра пройти. И вот такую процедуру вы делаете тогда, когда вам хочется пойти, и вы чувствуете, что вам как-то тяжело там выйти из дома, там, да, или наоборот, после долгой прогулки по необходимости вы пришли, сделали это, и вы чувствуете себя хорошо. То есть вы можете легко вставать, садиться, это не требует у вас усилий, не надо подставлять руки, старайтесь внимательно следить вот за этим. Хочу ответить сейчас на какой-то такой бесконечно постоянный вопрос, который задают там через день по 3-4 раза. Вопрос такой, что можно ли приседать с коксартрозом и как вы относитесь к скандинавской ходьбе? Значит, я никак не отношусь к скандинавской ходьбе, вообще никак. У меня ни палочек нету, я даже не знаю, кто этот скандинав, который придумал эту ходьбу. Почему? У них в Скандинавии что там, снега нету? Почему они с палочками без лыж ходят? Мне это непонятно. Вообще, я знаю, что это страна, где много снега. Почему у них лыж нету? Почему все у нас ходят скандинавской ходьбой с палочками? Вот. Значит, причина одна. Причина одна в том, что я считаю любые симметричные движения, симметричными движениями я называю те упражнения, где завязаны две ноги. Одна нога из них больная, а у кого-то две ноги больные. Вот если у вас одна нога больная, и у вас нагрузка идет не 50 на 50 на две ноги, 50 на 50, а на одну пойдет 70, другая на 30. Ну и как вы хотите приседать при таком неправильном распределении нагрузки, когда у вас дисбаланс, когда вы начинаете работать на одну ногу, вы встаете, вы даже с дивана не можете встать ровно на две ноги, вам приходится на одну ногу уходить для того, чтобы встать. Как вы ходите с скандинавской, да какая разница, скандинавская или советская социалистическая ходьба? Какая разница? Вы идете двумя ногами, у вас одна нога слабо работает, другая сильно. Это в голову вы можете себе вместить, что если у вас одна нога слабее, другая сильнее, от того, что вы проходите 5 километров, от этого ваша слабая нога не станет сильнее. Вот сильная нога станет сильнее, а слабая она не станет, потому что у вас будет огромный ягодичный такой массив на здоровой ноге, а на слабой, как был, как сохла ягодица, так она и будет сохнуть. Вот и все. Секретов никаких нету. Поэтому вы сами владеете своей судьбой, вы сами владеете своим состоянием. Если вы свято верите, ну зачем вас переубеждать? Если вы не можете в голове разложить логическую цепочку, взаимосвязь, да, найти, то ходите скандинавской ходьбой, вы придете все равно к операции, в любом случае. Если кто-то думает, что он через через приседания с большим весом создает стресс, и при этом организм будет ему отвечать благодарностью, ну, приседайте, ну, если вам это близко, приседайте. Я лично так не считаю. Я считаю, что нужно выровнять сначала таз через упражнения, через правильные упражнения, которые я преподаю там в закрытой группе, у меня ВКонтакте есть, или я делаю консультации персональные. И тогда вы можете потом приседать и ходить ходьбой, то есть когда у вас более-менее уже выровнялось, когда вы уже понимаете, осмысляете, как это правильно таз должен работать, как, почему таз должен приподниматься, тот, который опущенный, за счет каких мышц? Конечно, за счет мышц корпуса. Вы думали об этом? Нет, не думали. Все, спасибо вам. Здоровья, в любом случае здоровья всем желаю. Подписывайтесь, слушайте меня. Я иногда говорю толковые вещи. Всем пока.